Смотрите, какой некастомный вел, как говорит человек. На самом деле это просто эксклюзив. Когда-то в детстве мы на таких рассекали. Расскажи про него. Какой год выпуска? Поделись со зрителями историей. А пес его знает, какой у него год выпуска. Может, 90-е, может, конец 80-х. Он старше тебя? Нет, мне кажется... Младший брат. Здесь вон была очень опасная ситуация. Тут просверлили вынос. И был еще просверлен руль. И так очень сделанный из фигового металла, пришлось поставить современный. Потому что тот руль мог треснуть в любую минуту. А самое интересное, вот тут стоит колесо от Камы. Тут стояло колесо современное. И просто вилка была вот так вот раздвинута. И когда я вытащил колесо, он меня едва не убил, просто она тут выстрелила из вилки. Вилка была разведена в каждую сторону по сантиметру, наверное. Это очень была опасная ситуация, и колесо могло выскочить при езде. Я смотрю, и наварено уже, да? Это был ремонт прошлого владельца. Женщина на нем ездила. А вот это для чего? Пес его знает. Ну, сидушка, конечно, мировая. То есть вот на таком велосипеде у нас ездят люди в городе. Прямой руль, да, почти палка. То есть это Street Fighter какой-то у нас велосипед.